әкетте дейді. Әй, сен басқа себепте ұстап отырсың ба? Әкетсең бізде халықпыз. Жоқ, халықты менсінбейсің ба сен? Торговцы туркестанского скотного рынка на грани нервного срыва. Сразу 60 предпринимателей пикетируют здание областного акимата. Люди возмущены тем, что базар, на котором они торговали более 17 лет, неожиданно закрыли, а торговцев силой выгнали с насиженных мест. Мы сказали, что не разрешим ставить блоки, но пятеро полицейских силой посадили нас в автобус, а потом угрожали. Эти кадры люди сняли сами. Накануне они встали грудью на защиту рынка. Отстаивать свои рабочие места решились более 100 человек. Держите скот дома, пока закрыт базар, или продавайте на других рынках. Рынок закрыли из-за нарушения санитарных норм, так уверяют власти. Но люди заявляют, что все недочеты устранили. Акт об устранении недочетов у нас не принимают. Вначале работу рынка хотели временно приостановить, но на деле вышло по-другому. Альтернативу продавцам чиновники все же предложили. Торговать они могут на новом рынке, который находится примерно в 20 километрах от города. Но чтобы добраться до него, сетуют люди, нужно в день не менее 4000 тенге. Такие расходы предпринимателям оказались не по карману. Именно поэтому отчаявшиеся продавцы обратились за помощью к акиму области. Возмущенных людей принял руководитель аппарата акима. Нам сказали, что вмешательство акима Туркестана неправомерно. Вопрос будет решаться через суд. Также судоисполнители за свои действия будут привлечены к ответственности. Пока будут идти судебные разбирательства, базар будет закрыт. Однако торговцы обещают, что уже на следующей неделе снова выйдут на работу. Правда, торговать будут за пределами базара. Жанат Токторбай, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».